Здравствуйте! Вы смотрите программу «История одного рода». Поиски героев наших передач привели нас в село Толстовка Тамбовского района. Там живет Садовенко Майя Петровна. Она собирает по крупицам историю своего рода, которая неотделима от истории родного села, где она прожила всю жизнь. Я докопалась до чего? Что где-то в 70-х годах это первопоселенцы сюда пришли, а уже статус села получила Толстовка в честь Толстовых первопоселенцев. У нас Роман Лупыч и Семен Лупыч приехали первые, назвали Толстовка. Вот отсюда пошло все. Значит, потом стали подъезжать Рязанцевы, Бельковы, ну, Дьячков, вот, а Жариковы, значит, жили в Жариково, они после сюда приехали. Жариковы – это предки Майи Петровны по материнской линии. В свое время родители ее бабушки Пелагеи были в селе Жариково людьми зажиточными. У деда была своя мельница, но после революции, когда у них все отобрали, они умерли от голода. Представители другой ветви родословной перешли на Амур из Таврии. Мой дедушка по линии мамы, Дьячков Иван Иванович, жил в Таврии с отцом. Отец служил 25 лет. Действительно, военная служба была. Мать его была знаменитой акушеркой. Служила он у князя Кропоткина. А княгиня Кропоткина была, тоже занималась акушерством и научила бабушку. Когда они сюда приехали, она дома никогда не была. Подъезжали дома, ночью, днем сани подъезжали, ее везли к роженице. Она самые тяжелые роды принимала во всей округе. Это вот дедушки мама. Иван Иванович в шутку называл своего отца коммерсантом-неудачником. С Амурских берегов Дьячковы на заработки уезжали даже на Камчатку. Но до отъезда Иван успел жениться на Пелагее Древнежариковой. Она родила ему 3 детей, но по возвращении мужа из многолетней поездки заболела и умерла. Иван женился вновь, в дом вошла мачеха, и дети жили не очень счастливо. В 19 лет мама Майи Петровны, Надежда, вышла замуж за Петра Садовенко. Образованные и грамотные люди, братья Садовенко, приехали на Амур из Воронежской области. Василий, Михаил, Кузьма, Николай работали в селе. Потомки Михаила и сейчас живут в Амурской области, в Свободном. Петр Садовенко был прекрасным семьянином и любящим отцом. В семье подрастали 2 детей, но во время родов 3-го ребенка случилась трагедия. Она умерла в 26 лет. Значит, ребенок 3-й у нас был, Яночка. Рожала в сельском роддоме, я там рождалась, и брат рождался. И, в общем, занесли инфекцию, и у нее заражение крови. Ручное отделение последа грязными руками. Mm-hmm. Вот. И месяц она прожила в Тамбовке, пролежала, если были антибиотики, спасли бы. И, в общем, представляете, с какой душой, что ребенок маленький. И потом приходит папа, мы сидим на печке, и он, деточки, от мамы нет. Отец нас любил незабвенно, не знаю, невозможно. Он нас возил в то время по зверинцам, в кинотеатр, в Тамбовку. Садимся, здесь узкоколейная дорога была, на мотовоз. Птички поют, солнышко светит. Мы так радуемся, билеты эти купили, значит, едем. Василина Садовенко, внучка Майи Петровны, историк по образованию, считает себя богатой наследницей, но не материальных благ, а того духовного богатства, которое подарила ей бабушка. Ну, что было очень правильно, знали не только, ну, и я, и мой брат, не только счастливую сторону этого всего, но также и грустную, и печальную. Я не думаю, что это плохо. Конечно, бабушка сама иногда переживает, что вот она рассказывает об этом как-то грустно, в мрачных тонах. Но что было делать? Ведь, по сути, получается так, что приехала целая семья. Братья – замечательные люди, очень образованные, интеллигентные, интересные. А впоследствии, буквально за полстолетия, практически никого не осталось. В 1941 году арестовали одного из братьев Садовенко, Василия. Меньше чем за год тюрьмы могучего мужчины не стало. У него остались 2 сыновей. Дядя Вася, своему сыну Васе, Василий Васильевич был уже, как-то, каким-то образом из лагеря записочку. Кормят плохо, 6 слов, по-моему. Работаем много, я долго не протяну. И действительно не протяну. К сожалению, у всех братьев Садовенко судьба сложилась трагически. Они рано уходили из жизни. Вот и отец Майи Петровны пережил жену лишь на 4 года. Его не стало в 1944 году. И для маленькой Майи началась другая жизнь. Через некоторое время она стала жить у дедушки Ивана Ивановича Дьячкова.
Когда установилась советская власть, он был таким активным, и членом исполкома был, и заведующей мельницей был. Потом настал голод, и дедушка отправился на заработки. Возвращается домой ни с чем, несет 19 картофелин, видимо, за прокорм только. Вот таких картофелин, говорит, а весна, надо чем-то засадить огород. Он проработал 35 лет печником, таким печником, что печи до сих пор еще стоят некоторые в лозо. И пешком каждый день туда-сюда курсировал. Значит, ему здесь не было никаких льгот в деревне, поскольку он не колхозник, ему квартиры не положено, огорода только 15 соток. Колхозники по гектару получали. Этим и жили, потому что картошка основной продукт был. Но, как говорит сама Майя Петровна, жизнь продолжалась, несмотря ни на что. Майя закончила школу, работала, потом выучилась на библиотекаря. Много путешествовала, создала свою семью. Теперь у нее есть мечта издать книгу об истории своего села, которую она пишет уже давно. Хочется надеяться, что эта мечта сбудется. Я считаю, что этого всего есть продолжение, потому что, ну, вот я, есть мой брат. И мы живем и общаемся, и знаем об этом, обо всем. Очень приятно, конечно, когда смотрим на фотографии не только родителей, но также бабушек, прабабушек. Вот, видеть то, что есть что-то общее. Ощущаешь какую-то частичку себя в этом всем, ощущаешь себя частью большой истории, настоящей. История своего рода изучают и внуки, и сын Майи Петровны. Они ищут старые фотографии, делают запросы в другие регионы, ищут родственников, делают запросы в архивы. Поиски сложные, но даже маленький результат приносит большую радость. А если вы хотите стать героями нашей программы, звоните 222-733, и мы расскажем историю вашего рода. А на сегодня это все. До свидания. Продолжение следует.